Челик только что справа от меня ехал. В смысле, куда он делся? 500 километров в час, вы видели? Короче, Hot Wheels наконец-то вышел. Ух ты, нифига себе, это что такое? Выглядит интригующе. Ничего себе. Хорошо. А, блин. Нифига. Нифига запульнуло. Ну, хорошо. А я когда? А я, видимо, вот сейчас, да? Кайфарики. Ну давай, я готов. Угу. Поехали. Короче, улетаем мы в космос. За облака прямо, окей. И нас тут ждет вот такие дела. Все, сейчас нам, по сути, должны дать поуправлять. Давайте посмотрим. Ух ты ж, нифига себе. Да, сразу. Естественно, много текста будет, потому что это как бы основная... 300 км в час мы едем на этой машине. Блин, интересно было бы ее протестить в обычной езде. Вы можете увидеть то, что в центре худо вот добавили вот такую... Ой, блядь. Вы можете видеть то, что в центре добавили вот этот вот, не знаю, как это называется, но, короче, который показывает, насколько мы поворачиваемся на этой машине. И мне очень интересно, как это все вообще здесь реализовано. То есть, скажем, если мы медленно будем проезжать под каким-то углом по вот этим вот штукам, я просто в Forza Horizon 3 не играл в Hot Wheels, мы будем падать, или тут машина типа липнет к этим вот штукам? Потому что если она прилипает, то это капец. Мне очень интересно, что потом можно будет здесь делать в ивент-лабах и всяких карточках испытаний Super 7. Это же просто капец. Эту штуку, если что, можно отключить. А мне, если дадут, да, вот комп... Оно находится все в интерфейсе игры. Индикатор наклона, вот, можно и отключить. Новое меню. Карта Hot Wheels, выйти... Хорошо, это нам потом станет доступно. Магма, вулкан, это ледяной котел. Ну, выглядит, конечно. Выглядит нормально. И да, здесь же можно... Ух ты, блин, опять вот эти истребители летают. Короче, здесь можно выезжать с этих трасс и ездить по свободному миру, то есть вот по этому снегу, по всему вот этому можно ездить. Вот, смотри, подожди, тормози. Да, смотри, оно прилипает. Это, я так понимаю, вот на этой платформе мы будем прилипать. Там еще лед есть. Есть еще какая-то вода. Короче, тут куча-куча всего. Насколько я понимаю, добавили. Капец, это жесть, как выглядит круто. Нереально, типа, смотри, просто еще деревья какие-то там здоровые. Так, только неудобно камеру управлять. Ну, короче, вот так вот это все выглядит. Блин, в фоторежиме здесь, конечно, трындец. Что, можно чудить теперь? Угу, держусь в середине, ёпта. Будет прыжок. Кстати, интересно... Во, да-да-да-да-да! Вот эти вот штуки, блин, я так их хочу уже протестить вообще в везде, где только можно. Обязательно сделаю какие-нибудь видосы там с экспериментами, типа. Хочу вот эти вот ускорители проверить, потому что... До скольки мы, ну-ка, ускоряемся? До 337 км в час на этой машине. Бля, жесть. В жерло вулкана спускаемся. Понял, окей. И, кстати, машина очень хорошо управляется. Типа, вот не знаю, кстати, как на вот этой вот поверхности. Я сейчас еду просто нормально или типа это? Или типа что? Ух ты, ё-моё. Или она там тоже липнет. Но я так понимаю, вот это вот как магнит действует, да? Вот эта вот штука. Жесть, жесть, тут просто бешеные скорости. Обожаю вот за это, я вот, не знаю, у нас Trackmania 2020, если знаете такую игру вообще. К сожалению, недоступно. Я бы в нее поиграл, потому что я люблю вот такие вот всякие приколы. Это просто реально мечта детства. Капец, если бы мне Forza Horizon 5 вот так вот, вот с этим DLC дали. Ну, это кайфово. Интересно посмотреть на всю карту, потому что она же здесь вроде как огромная, вообще больше всего. Ладно, давайте, короче, доезжаем вот это все до конца, вот эту гонку. Надеюсь, что нам там будут объяснять. Я выключу игру. Сейчас, вот эту штуку, она мне не нужна. Ого, вентиляторы еще какие-то, которые тоже ускоряют, нифига себе. Жесть. Сколько же всего. Ну и, конечно, выглядит это все, да? Вот эта карта, они так постарались, она реально, она такая прям какая-то магическая, типа. Ну просто отправились в какое-то путешествие из Мексики. Хер пойми куда. Но тут очень красиво. Водопадов сколько, нифига себе, блин. Круто, интересно. На DLC только вышло. Интересно, каким следующее будет DLC, потому что, ну, вот, типа, тут они постарались, но это как бы Hot Wheels. То есть следующее, скорее всего, должно быть, ну, как всегда было, более реалистичным каким-то. То есть, возможно, город, возможно, остров какой-то, как в четвертой части или что-то еще. Вот очень интересно. Так.
Хватит любоваться видами. Давлю, давлю на... Блядь, тихо, тихо, тихо. А что вот эта вот штука значит? Ух ты, нифига себе. Какой спуск? Вот это да. Вот это тебе не хухры-мухры, это тебе не вот эти вот, блядь, ивент-лабы мои, которые я строил в спуске с неба. Это уже посерьезней. Так, капец. Ускорение. Погнали. А куда чел пропал? Челик только что справа от меня ехал. В смысле, куда он делся? 500 километров в час, вы видели? 500 километров в час вот тут вот разогнались. Благодаря этой херне машина того отсечку долбится, алло. Ебать, пацаны. Я сейчас возьму и разгоню тачку до 1000 километров в час. Сука, пожалуйста, пускай здесь будет убран ограничитель в 720 км. Это было бы очень круто. Пиздец, как круто. Так, о! Чтобы получить ранг новичок, тебе нужно пройти квалификацию. Мы с Алехандрой будем тебя ждать здесь, понял? Это что такое? Может, добавим что? Я не успел прочитать. Новенький Бажа Боншейки. Ну, как всегда, в принципе, в Форзе это происходит. Да, сначала тебе дают супер бешеную какую-то точилу, а потом вот такую вот тарантайку. Ну, блин, даже на ней, смотри, 350-360 практически мы благодаря вот этим вот вашим вентиляторам. Ого, где-то хер пойми, где этот опыт там лежит, видели, да? Капец. Кстати, по поводу FPS, если кому интересно тоже, вот. Потому что я думаю, ну, вопросы будут. Типа, FPS точно такой, у меня сейчас вертикальная синхронизация, но это похер, у меня вот то же самое. По кадрам 99%, ой, короче, 0,1% лоу, вон, видите, 45-48. То же самое практически в обычной игре, игра на ультрах. RTX 3060 Ti. Завершите квалификационный заезд. Короче, все то же самое, в принципе, вот. Да. Надо пройти квалификацию, чтобы получить... Блин, интересно, здесь будет, типа, система вот какой-то прогрессии, что мне открываются там тачки какие-то, потому что если да, то можно было бы это все на видосы пройти. Если будут смотреть. Ого, мы поедем в зиму, я понял, кайфарики. Кстати, точно, в пятой же части снега почти нету, блядь, только на вулкане, когда там... Вот это кайф, вот это они, конечно, красавцы. Подожди, я хочу съехать. А, блядь, мне надо спешить. Ну, блин, снег же, ёб твою мать. Его нигде нету, а тут, вон, смотри, скалы и горы, и вообще какие-то пейзажи просто бешеные. Офигеть, это круто. Потому что, ну, в игре-то самой реально снега нету. Только на вулкане в зимний сезон. Набираю скорость, давай. Блять, она не очень набирается, если честно. Ну ладно. Я надеюсь, что так, одна звезда, доберитесь до скоростного участка и побейте рекорд. Мне 5 минут дали это с запасом, или 5 минут это я, то, что сейчас покатался по снегу, типа жопа будет мне. Я надеюсь, я успею. Потому что, ну, в крайнем случае это как бы... Не смотрю вниз, окей. В крайнем случае это как бы дополнительный такой фактор давления. Эпичная жопа будет. Так, готов, ну давай. 200 километров в час... Ух ты, блядь. Погоди-ка. Вот на такое мы уже не договаривались, смотри, лед. Ёбаный в рот. В рифму? Да я не собирался рифмовать, я просто по приколу сказал. Ладно. Блять, нихуя себе. Опа! Дрифт! Нормально. Дрифт, дрифт, дрифт. Тихо, блять. Интересно, кстати, будут ли здесь дрифт-испытания в этой всей игре? На этой карте. Так, на сколько я прошел? На 3 звезды сразу или что? Точно, здесь же топ-1000 можно устраивать всякие вот эти вот. Все, пизда. Я сразу полечу. Угу, да-да-да. Так, окей, окей, скорость 206 км, хорошо. Кстати, мне здесь доступны сейчас только... Привет, Пудинг. Угу. Короче, я теперь новичок и могу стать легендой. Да, спасибо. Мне нужно... Понял, мне нужно вот... вот какие-то тут заезды есть? Блин, карта... Реально прикольная, типа, и большая, достаточно большая, не знаю, не, мне кажется, она реально большая, типа, по размерам практически, как и основная карта, потому что видишь, сколько я, как долго листаю туда-сюда, и, блядь, как же круто оно выглядит, да, здесь джунгли, здесь, типа, вот пустыня какая-то и снег, зима, это охуенно, реально, согласитесь, так, я могу туда пойти, я хочу, свобода, Хорошо, короче, я могу сейчас изменить машину? Так, тихо, ебать. Академия Hot Wheels, что мне доступно? Гудок. Понял. Соперники есть.
If you complete all the major missions, you'll earn enough medals to unlock the next qualifier. By the way, you can track specific missions and pin them to your dashboard here. Извините, что я перебиваю, она там бубнит, типа, просто эмоции. А почему карта мира тут изменилась? Ебать, что случилось? А, или она всегда такой была, эта карта? А, потому что я на Hot Wheels нахожусь и... А в чем прикол? Почему все дороги как будто закрыты? Но все равно карта мира, тем не менее, доступна. Но я здесь не могу ничего ставить, ни быстрое перемещение могу использовать. Чё? Это как? Подожди. Бля, мне просто интересно. Ну, ладно, стой. Сначала я хочу проверить кое-что другое. Так, мне, короче, тут очень много всего. А, машины, понятно. Дай. Я могу? Заблокировано. Блять. Я не могу быстрые тачки юзать пока что. Да? Вот, блин. Не могу. Ах ты паскудин. Ладно, более высокий ранг, вот, бля, хорошо. Ну, тогда, значит, погнали. Тогда стоп, что я хотел? Соперники Hot Wheels есть? Скорость доступной маршруты 10, ну-ка. Не, ладно, сначала, блядь, жесть, пиздец, глаза разбегаются. Что будет, если телепортироваться сюда? Что это? Я телепортируюсь обратно, типа, на карту основную, да? Блин, капец. Предлагайте в комментариях идеи, какие они для экспериментов ебанутейших в этом Hot Wheels. Так, и чё? Да, все, я просто телепортировался на основную карту, и точно так же я могу обратно телепортироваться. Подожди, а что за отправиться в парк Hot Wheels? Да, что это такое? Что за парк? Это просто я на карту перемещаюсь, или же... А, понял, это просто я на карту, просто в самый центр, я так понимаю, её, да? Где тут у нас и фестиваль, в общем-то, это находится. Хорошо. А, соперники. Соперники Hot Wheels. Тут же мне дадут машины, да? Блять, стой, сколько? Какие 8 километров? А нельзя поменьше? Ебать. Голиаф, Hot Wheels, пизда. Не, подожди, 26 километров это меньше, чем... был. Да, то есть карта значится меньше. Так, хорошо, экстрим. Давай вот этот маленький маршрут, я просто не хочу сильно долго гонять. 6 километров его есть какой-то, смотри. S2. Или я не могу пока что. Блять, пизда. Хорошо. Б. Тут же будет у нас... Ну-ка, сменить соперника. Дико интересно. Так. Смотри, топ-1 сразу. Сейчас топ-1 займу. Бля, надеюсь. Сейчас, прикиньте, из 6, блядь, не выйду. Так. Бля, вот это прикольно. Сейчас, когда немного людей, тут можно реально соревноваться за первое место, потому что читеров-то не будет. Так, окей, все, погнали. С первой попытки топ-1. Ладно, надеюсь. Давай. Поехали. Сколько там было? 6 километров. Блин, ну это жестко, конечно. А сколько вообще время? Я ж не выбрал соперника даже, кстати, да. Мне ж нужно... Блин. А мне не надо было там разгон брать или ничего такого? О, подожди. Смотри, как чел дубасит. А я по траектории. Опа-на. Как тебе такое, а? По траектории, блядь. Тихо-тихо. Давай, вруливаемся. Вруливаемся. Блядь, понял. Угу, ясно, не засчитают. Ну просто ради интереса, ладно, посрать. Нормально. Нормально. Собрал все стены, ну пофиг. Цель. Это мне какого чела дали? Это топ-1, который чел, или топ хер знает сколько? Капец. Очень сложно ей было сейчас подниматься вот сюда вот, но зато спускаться было легко. И, блядь, капец, этот вот ваш боуншейкер, это настоящий, блядь, боуншейкер. Вообще просто тачка. Давай. Я представляю, что я как будто не врезался, хотя я на самом деле уже давным-давно врезался, и как бы по барабану вообще должно быть мне сейчас собирать стены или нет, просто по приколу интересно вот проехаться, за сколько бы я проехал. Ну, я, конечно, проеду. Ладно, ща, проеду. Не, трасса легкая, просто есть несколько поворотов, в которых нужно очень сильно оттормаживаться, что непривычно, потому что у меня ассоциируется это все с full speed, как будто картами просто, что тут нужно газ в пол. Ну, когда вот эти вот все, вот видишь, тут столько дуг, вот этого всего хочется просто газ в пол и все, и дубасить. Так, окей, ладно. 2.20 я проехал. Это, конечно, не в зачет, но все-таки. Забрать награду. И что будет? Ну, привет, хорошо. Да. Текс. Еще раз. За соперники никакие. Соперники месяца. Так. B700. 2.12, смотри, у чела. 2.12. Давай я его выберу как соперника своего основного. Просто. Блять, вот это же мне тоже недоступно. Ладно, да, наверное, недоступно. Я выбрал? Да. Выбрал DJ Lime. Это ж какой-то... Подожди, Aero12 это ютубер, DJ Lime это его ник или это какой-то из его группы просто? Не знаю. Но в любом случае, хочу топ-1. По барабану, что топ-1 из 6, но хочу топ-1 хотя бы где-то у меня будет, надеюсь. Ну, хотелось бы. Так, ну погнали, короче. Дубасим. О, блядь, как-то разгон набрал-то, пацан. Нормально, хорошо. Так, капец, я прям на грани ехал сейчас. Блядь, понял. Ясно.
Погоди, здесь сразу надо стартовать или типа я могу разгон взять? Не, сразу надо. Блин, ну тут жесткие повороты иногда некоторые есть, на которых можно очень так неплохо улететь в забор прямо. Какой забор? Ну, в смысле, в ограждение. Забор, блин. Нормальный у тебя забор. Так, давай, давай. Держись, точила. Дубасим. Все, погнали, блядь. Блядь, понимаю, въебался. Ну ладно. Не, никакие мне топ-1, короче, не светят. Даже если бы я проехал без врезаний, ну ладно. Хотя бы какое у меня время было бы? 2.15, 2.16. Ну ладно, окей. Это не так интересно. Короче, я в шоках. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастья, здоровья, любви, удачи, денег. Всем пока.